Кино на ТВ-РУС. Сынок, тихо, я из милиции, не бойся. Ну и где он? Да здесь он где-то. Вы вправду из милиции? А то. И работаете под прикрытием? Еще под каким? Значит, вы мой папа. Что? Ты же сам назвал меня сыном. Может, перекусим? А то папа проголодался. Маме-то, наверное, тоже интересно услышать. А маме лучше пока меня не видеть. Почему? До окончания операции не могу с ней встретиться. Пусть это будет нашим секретом. Сынок, а ты что, сегодня всю курочку съел? Папа, а ты часто врешь? Иногда можно врать. Расскажи, как твои дела. С Кириллом что? Ты понимаешь, мне кажется, что он стал пить. Чего ты взяла? Из бара пропадает алкоголь. Мы ж в театр опаздываем, мать твою! Прекрасно. Так значит, вот кто выпил мой коньяк. Сергей Гармаш и Алена Бабенко в фильме «Папа на прокат» в воскресенье на ТВ-РУС.